Эксцентричный российский предприниматель Герман Стерлигов, недавно показательно перевезший свою семью в Нагорный Карабах, сегодня стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз претензии возникли у Генпрокуратуры Азербайджана. Официальный Баку возбудил против Стерлигова дело сразу по двум статьям. Незаконное пересечение границы и открытые призывы, направленные против азербайджанского государства. Речь идет не только о переезде Стерлигова в сепаратистский Карабах, но и об открытой поддержке бизнесменам так называемой независимости непризнанной республики. Азербайджанские власти не исключили, что к расследованию дела Стерлигова будут привлечены Интерпол и Россия, гражданином которой он является. В Карабах Стерлигов перебрался в начале июля. Напомню, он прославился в 90-х после основания первой в России товарной биржи. Но в нулевых миллиардер переехал в деревню. Теперь собирается наладить бизнес на Горном Карабахе. О причинах столь резкой смены образа жизни, а также о фантастических перспективах самопровозглашенной республики Стерлигов рассказывал в эксклюзивном интервью RTVI. Его вы можете найти на нашем сайте и странице RTVI в YouTube.